Эрен Карачам. И здесь от тебя нет покоя. Азад Караиски. Она умерла, но как бы у Рамиза не начались галлюцинации. Ты сможешь свести с ним счеты. Получили то, что хотели. Получили! Получили! Какие счеты? Насколько я знаю, Рамиз Караиски снова замышляет что-то. А насколько ты знаешь? От кого ты это узнал? От человека из его ближайшего окружения. Не верь всему, что слышишь. Пока дядя жив, твой план про Джингиза не сработает. Никогда. Если ты не хочешь, может, мне стоит объединить свои силы с дядей? Ну-ка, скажи, что ты втайне проворачиваешь. Может, мне стоит шепнуть Джингизу? Ты запугиваешь меня им? Если твой план провалится, ты не получишь Эйшан. Я не запугиваю. Ты хотел избавиться от него, да? Я запугиваю и думаю, это может не получиться. Ну как? Испугался? Да. Когда ты строишь планы, Али, страдают невинные люди. Я этого боюсь. Можно подумать, вы с Эйшан добродетели. Вы делаете все, что хотите, не задумываясь о невинных людях. Бахар ведь тоже человек. И Джан. Джан тоже невинный. Не суди строго. Ты выигрываешь у меня только ростом. И ничем другим от меня не отличаешься. Ну ладно, пока. Я приду к тебе в другой раз. Если кто-то обижает, скажи мне. У тебя есть время до вечера. Уладь с Рамизом. Звони. Пусть немедленно уходят. Давай. Они успокоятся? На 10 дней, на месяц, не больше. А потом? А потом война. А что будет с Эзелем, Рамиз? Эзель. Эзель должен принять решение. Либо он остается со мной. Либо. Либо идет против меня. Знаешь, почему я не смог защитить тебя, Эрен? Потому что теперь я знаю, как побороть плохих людей.
Теперь я знаю, как играют в игры. Даже лучше дяди. Тефо, садись в машину. Садись. Теперь я могу обмануть всех и надавить на каждого.